Итак, друзья, ну в Лазурном можно выделить основные 3 или 4 компонента. Это, ну, самое главное, это пляж. Пляж как на Гуа, это точно. Очень широкое, теплое море, красивое море. Но еще что самое главное, что вы можете здесь отведать, ну, это кукурузу. Кстати, кукуруза всего лишь по 10 гривен и очень сладкая. А, креветки, те, которые в супермаркете, не фонтан, такие маленькие, и тоже по 10 гривен. Поэтому рекомендуем в Лазурном все это ответить, все по 10 гривен.